Добро пожаловать в Metaflux. После объединения немецких производственных и швейцарских торговых производственных мощностей образовалась торговая марка Metaflux, которая до настоящего времени придерживается трех основных принципов. Максимально возможное техническое качество, широчайший ассортимент продукции, индивидуальный подход к каждому заказчику. Ассортимент продукции торговых марок Metaflux и Porta разделяется на следующие основные категории. Это обезжириватели и очистители всех моющихся поверхностей, клеи и герметики, антикоррозийные покрытия, пластичные смазки и сухие смазки в спреях, личная гигиена в производстве, мультифункциональные технические спреи, очистка нержавеющих сталей и услуги по очистке теплообменов. Универсальный очиститель – это водорастворимая замена технического бензина, уайт-спирита, всех видов и типов растворителей, толуола, ацетона. Оно абсолютно безопасно. Оно не горючее. Я его свободно, спокойно научу. У него практически нет запаха. В состав всех водорастворимых средств введены ингибиторы коррозии, которые кратковременно защищают от появления вторичной коррозии. Спрей 7015 – быстро очищающий спрей. Данный спрей удаляет с любых моющихся поверхностей масляные загрязнения, маски, йога, асфальт, следы резины. Аналогично. Мгновенное удаление любых маслянистых загрязнений. В ассортиментной линейке присутствует так называемая группа сухих смазок. Вы наверняка сталкивались с этим в своем производстве. Ну, в первую очередь, это силикон. Но силикон как бы уже уходит. У нас присутствуют смазки на основе тефлона. Как вы видите, смазка не оставляет следов. Достаточно охотно применяют у нас смазку типографию. Но, кажется, голубая мечта – заменить смазку Супарков на сухую смазку. Чем она хороша? Отталкивает воду, отталкивает пыль, обладает антистатическим действием. Наша машина ERS-3000. Удаляем с этапа жалости и ржавчину, и загрязнения на нержавеющих сталях и алюминии. Я думаю, этот результат достаточно. Спрей для ремней. Для ремней? Для ремней. Мы увеличиваем КПД, ну, скажем так, от 5 до 20%. Мы увеличиваем срок службы до 3 раз. Мы наносим на клиновой ремень данный спрей. После его высыхания условно ремень будет прилипать к шкиву. Если этот ремень старый, спрей с собой заполнит все повреждения ремня. И он его восстановит. Антикоррозийная защита. В состав спрея введена высоко, я бы даже так сказал, сверхвысокодисперсные частички металла, которые не являются пигментом, как в красках. Мы наносим металл. Мы делаем, ну условно, да, холодную гальванизацию или холодное оцинкование, либо мы наносим антикоррозийную защиту из металла. Следующая линейка продукции – это клея, герметики и фиксаторы резины. Приклеили металл. Металл, резину, пластик, дерево с помощью мгновенных клеев. И вот это вот жидкий металл. В линейке клеев, герметиков есть фиксаторы резины. Это фиксатор резины, фиксатор вал-подшипник, либо подшипник корпус-подшипника. Тоже их у нас 4. То есть от низкой прочности от 8 ньютон до неразборного. Следуйте с нами. Metaflux – качество, которое убеждает.